Хей, йоу, друзья, всем привет, с вами снова я, профессионал енот, нубик, а также у нас здесь есть вот такой вот клокмен на нашем чанке, и да. Против нас будет фиалка и тюбик вместе с джименом, поздоровайтесь! Всем привет! Привет, ребята! Привет, ребята! Сегодня, как вы поняли, будет битва чанков, вот такой вот клокмен, вот так он выглядит. Я думаю, видели его, многие из вас знают. И будет, короче, Клокмен сражаться против Джимена, который там вроде как в 67-й серии вернулся. Вот, короче, будет у нас сегодня такая битва, противостояние двух этих персонажей. Посмотрим, кто сильнее. Вы можете свой вариант ответа писать в комментариях, за кого вы будете болеть. За Клокмена, либо же за Джимена. А мы будем прятать наших боссов. Также у нас есть такие вот подарки, которые открываем на 15-й минуте. Но я думаю, если вы смотрели, значит, битву чанков, то по-любому знаете, как бы, что там лежит уже в этих подарках. Но я говорить все равно не буду. Если кто не знает, увидите на 15-й минуте. Стой. Обязательно подпишись на канал и поставь лайк. А если напишешь комментарий, то получишь сердечко под ним. Вот, берем боссов и начинаем прятать. Взяла? Так, ну иди сюда. Сейчас, короче, чтобы ты тоже знал, где будет. Давай. Давай вот здесь, может быть. Либо... Да. Я пошел искать. Не, я знаю. Так, можем рискнуть, можем, короче, вот здесь сделать. Хочешь? Отлично. Как я люблю... Типа тут. Мне кажется, это высокий риск. Это... Прячешь, ну да, высокий. Но, может быть, все будет круто. Во! Я бы не стал, если честно. Так, я тоже сундук один нашел, но пока здесь не супер полезное. А мне так хочется. Ну ладно, не будем. Ну ладно, хорошо, давай. Давай. Да, я пошел. Буду копать. Давай, окей. Сейчас я здесь, короче, вот так делаю. Фиалка, вот что-то нашла интересное. Вот так. Опа. О, все, так, нормально. Что-то есть. Фиалка. Ага. Так, мне, короче, нужно убрать все это дело. Опа, вот фиалка. Это убираем. Тюбик! Да! Так, сюда. Нубик, нашел что-нибудь? Ну ты понял, где я спрятала? Смотри, я нашел вот это. Да, я понял. Нормально. Если кто-то из нас найдет первее, то тот и использует. Давай. Сейчас мы, короче, тут ополчимся против них. Ты же что-то прикольное нашел? О, иди сюда. Так. А я снова сюда пришел. О, спасибо, класс. Блин, пустой, капец. Это то, что вам нужно. Я вот так сделаю сейчас. Ничего себе. О, это уже интересно. Это вот здесь, это вот здесь. Все, нормально. Так, я потом с тобой поделюсь. Ты давай там. Нормально. Так, ищем. Так. Ищем. Да, я в процессе. О, ребята. Блин, уже становится ничего не видно. Да, реально. Уже темнеет. Ё-моё. Ой, я сундук проходил. Ой, дай мне то, что я тебе дал. Давай. Сейчас я к тебе прикопаю сюда. Ты где? Во. Я тут. Я ищу. На, забирай. Ага, спасибо. Так. Можно пойти в них еще позапускать. Да. Чего вы там уже запускать нас собрались, а? Ничего. Только... О, слышь? А. Сори. Сейчас сделаем маленький пожарик. Вместе туда пойдем. Что ты там? Давай. Так. Блин. Опа. Ага. Короче, темно? Помни только, что этот. Ну ты понял, короче, где не ходить. Так. Вот. Ой, так. Один сундук. Сюда. Ой, стрелами нас обстрелили. Да и посмотри. Стрелами. Ты вы чё? А у них уже есть оружие. Индейцы, блин, со своими стрелами. Все понятно, так. Ой, у нас нубик. У нас на танке, Тюбик! Так, сейчас я выйду, сейчас все будет. Уйди ты отсюда! Что вообще тут происходит? Нифига себе. Ладно. Я тут развлекаюсь чуть-чуть. Хорош, давай. Стрелы! Лук! Так, здесь, короче, здесь нифигища не видно, если честно. Да, это точно. Это я крутая, понял? Ого. Ну, да. Ты шо? Обалдели. Правильно? Это моя базука? Я тебе сейчас устрою базука. Нубик, а ну ты отдай знаешь, мне то, что, мне то, что ты забрал. Так, ну-ка. Или ты уже использовал? Я уже использовал. А, ну, я понял, окей. Так, на, тогда ладно. Сюда. Он ты сюда залупил, блин, слышишь? Сейчас, подожди. Он да, здесь влупил с базуки. Блин, они стреляют по мне. Так, сейчас мы будем... Возьми. Так, что там нашла? Так, Нубик, у меня есть еще штуки, которые нам нужны. Ой, супер, хорошо. Да как? Останься от меня! Так, сейчас, Нубик, блин, сейчас, короче, сделаем. Клевая пушка, она мне так нравится. Че там? Смотри. Сейчас. Смотри. Смотри. О, это нам надо, круто. Сейчас я тебе разнесу чанг, слышь? Ты, хорош там. Алло. Ты видел? Там что-то было. Опа! Что тут было? Задел. Валите! Я поняла!
Валите отсюда, что вы сюда? Сейчас тебе будет. Так, ну-ка, опа, опа, опа. Нубик не работает. Так, слышь, не работает. Так, что не работает? А, вот, сработало, нормально. Да идите вон отсюда. Понял. Бомбы, блин. У меня есть план. Нубик, Нубик, бери сундуки, слышишь, сундуки надо. Подожди. Ладно, сейчас, короче. Так, опа, я понял тебя, нихуя. Нормально тебе придумал, да? Так, охраняй, слышишь, охраняй. Туши скорее, туши. Я тут диверсию провожу. Давай, 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 хорош, отвлекай внимание, охраняй. Такие жесткие, а? Так, мы потому что придумали один крутой план. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Забудьте его и все, не парьтесь. Не-не-не-не-не, такое не забывает. О, это надо. Такое забыть нельзя, это очень жесткий план. Так, ну-ка. Блин. Только ну-ка, вот ну-ка, у меня патроны очень быстро улетели. Я иди сюда, я тебе еще дам, иди сюда. Давай. Вот так тебе и надо. Так, сюда, да, вот. Я сзади. Смотри, 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 бери. Ага, спасибо. Я, слышь, на, куда ты там полетел, а? Че? На, опа, на. Расправивай, пусть они на что встают вообще, да, эти... Противные мальчики. Да, так, какие противные мальчики, слышите? Какие противные, это, вонючие. Это он, вы смотри, противные. Улетел. Куда я сейчас, улетел, короче, тут наставлю, слышишь? Смотрите! Что? Ты нам наставишь, проблемы, а? Нубик, гигантские. Ого, так. Да. О, ничего Нубик, себе. Пока. Ну-ка, ну-ка, что, ну-ка. Пока? Так. Я все еще здесь. Валите, да, давайте отсюда, а что вы здесь сейчас пытаетесь что-то тут сделать, а? Так, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Опа. Опа, 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 вот что так там делаем. Нубик, я делаем живой. Вот так делаем. Ну как опа так? Я ж четко попадаю в тебя. Я опа живой. Застраиваем, застраиваем, застраиваем. Что так ты там застраиваешь? Я тебе не скажу. Чё? Фиалка, чё? Ты видела? Конечно, я это все видела. Ты использовал. Слышишь, ты, глазастый. Чё ты там видишь, а? Нубик, этот, неси так, еще. Есть попадание. Так, ладно, хорошо. На, хедшот поставил. Давай, 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 ой, давай, подожди, нам срочно. Подожди, у тебя патроны, о, есть? У меня сундук открыл, отлично. Патроны срочно, есть? Срочно надо, сейчас, короче. Сейчас, сейчас, я собираю, я собираю, я собираю. Патроны, патроны, давай, нашли, давай, 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 патроны. А ты где? Так, опа, я здесь, вот. О, опа. Блин, опа. Он вынес. Опа. Что это за диверсант такой? Иди, Ванючка, лови давай, его. Лови его. Вы что, вонючками друг друга называете или что? Это ты, Ванючка, понял? Так. Ай! Где ты? Ай! Так, а ну-ка. А блин, тут у меня его очень много хлама, надо повыбрасывать. Отстаньте так от меня, вы что, прикалуетесь? Опа. Не надо за мной ходить. На что ты прикалываешься? На чей ты Чанг пришел, а? Не надо за мной ходить. Че вы тут ходите, а? Так. Кажись, кого-то подорвал. Опа! Нету, нет. О, он нападает на меня! Так, ну, вы смотрите, блин, что делают. Ну-ка. А кто это? А ну-ка, 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 давай-ка. Сейчас красавь, мы всех выходи тут найдем. Ой, так, ну-ка, опа, ну-ка, ну-ка. О, вот так делаем. Сюда. А, ты чё сюда вот лезешь? Так тебе, горит, уходи! Так, уходи! Нет, блин, там, ну ё-моё! Блин, ой, я выжил. Там зажимает, шиш, Нубик. Так, нормально. Кто зажимает, Нубик? По мне нормально стреляет. Чё, Нубик тут не зажимает? Опа. Опа. Да-да, зажимает еще как, я видел. Стреляешь там по мне. Так, тихо, спокойно все. Все нормально опа у нас. Сейчас мы, короче, кажись, будем здесь... кого-то попал. О! Вот ты! Че, Ванючка, да? Это ты, Ванючка. Ванючка! Так, нифига подобного. Я нормальный. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ау-ау-ау! Ой, куда ты это собрался? Сейчас мы будем тут искать. Искать, искать, будем все это делать. Что это было? Да как? Капец, у меня уже тут ничего не видно, реально. У нас стемнело, смотрите! Жесть! Так. Надо, короче, что-то придумывать. Надо что-то придумывать. Опа! Попади по мне, попади по мне. А, блин, я упал. Да, кстати, неплохая идея. Опа. У нас где-то здесь... Ты шо, это кто? Нубик, это ты? Я это. А, ты это стал Алексом. У них там все подрывается, там им мин накидал. Слышишь, у тебя, говорю, скин Нубика пропал. Че, серьезно? Да, ай! Да хватит вам тут, слышите, вы что, прикалуетесь? Так, идите, так, гуляйте отсюда. Гуляйте. На нас. Гуляйте, гуляйте отсюда, опа, сказал. Опа, да, она. Да, да, бейте его. Ага, ага. Фиг. Нубик зажимает меня. Фиг вам, понятно? Я оп, не приеду вообще. Да, кому, фиг. Там, так, Нубик, нам надо, короче, опа, менять опа немножко здесь тактику. Так, так, ну, так, так, так. Наверное, да.
Вернее, надо не тактику. Ай, да отстань ты, блин, а. Возьми, пожалуйста. Застреляли меня тут уже. Спасибо, так, пялка. Так, 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 сюда ставим, так. Сюда ставим. Опа. Давай. Опа. Так, сюда. Ладно, хорошо. Я пойду покопаюсь сюда. Немножко. О! Нубик, надо... Нет, иди отбивайся, а то они нам тут сейчас не дадут, короче, покоя. Так, куда он полетел? Давай, давай, давай. А зачем мы его сейчас используем? Куда-то он полетел. Куда-то нам надо. Как зря я его использовал. Я думал, я долечу и забыл про Эндержей. Так, это ты, енот? Так, надо, короче, надо, короче, знаешь что? Надо еще, короче, принести сундуков. Капец! Я до сих пор падаю. Мы очень... Что? Капец! Что вы говорите там? Так. Я до сих пор падаю. Я немного глухой. Вы тут все так орете от проигрыша вашего. Да. Ладно, опа. Ладно. Так, проблемы снова, ага, короче, тут начинаются. Нубик, ищи сундуки и тащи их наверх. Сейчас. Так. Так. Опа, 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 опа. С ним что-то случилось. А ну, брысь. Что случилось? Где босс? Видите босса? Нет, не знаю. Ай. А где он? Он упал. В смысле? В смысле упал? Но вы его не защищали. Ай! Он не мог упасть. Задолбал ты со своей базукой дурацкой. Сейчас я тебе покажу, блин. Базучник. Так, ну-ка, опа, опа, опа. Сюда. Ай, блин, мне не сюда. Хватило здоровья. Так, в смысле, подождите, а где наш босс? Его что, реально нету больше? Да ё-моё. Где мы его ставили? Может быть, он там и появился? Нет. Так, так, так. Не появился он там. Я не понял. Подождите. Предлагаю сделать такой... Так что, Фиалка, ты видел... Ты видела, что с боссом случилось или нет? Я не поняла, где вы вообще его ставили, почему он так близко находится к Чанку. Так и где босс? Опа! Не знаю. Опа. Кажется, Джимена нашли. Ой-ой-ой! На тебе! Найдите своего босса. Так а мы что, проиграли уже или что? Я не понял. Не знаю, я даже не знаю, проиграли или нет. Так, нам надо проверить тогда, может быть, это. Сейчас мы проверим, подожди, сейчас я проверю. Давай, Нубик, проверяй. Ну, я не знаю, если у нас тут нет босса. Ну, его нет, походу. В смысле? Ну, давайте, мы ждем. Нет, подожди, он если он улетел, если он улетел, ну это как-то, ну... Ну все, а что? Сами виноваты. Ну, наверное, да. Че, проиграли, что ли, блин, ну бега? Проиграли? Я даже не знаю. Ё-моё, я тут такое придумал. Ребята, а вы че, в дерево спрятали, а? Капец, я не стреляю вас, ребята, ну вообще, да. Ты че был... Да... Фиалку сказал, не стреляю, и стрельну. А ну, брысь отсюда вообще, с этого Чанка. Короче, я не понял вообще, что случилось. Это было мега странное наш проигрыш. Да, я тоже не понял, что случилось. Ну ладно, если проиграли, так проиграли. Вам просто повезло. Тем, что брали вот эти обсидиановые сундучки. И защищали, да, молодцы. Да, ну а как еще надо было поступать? Другими блоками, чтобы кто-то там с базуки своей дурацкой стрелял постоянно. Да ну, стойте, не стреляйте. А, я стреляю. Да, босс, капец, конечно, подкачал нас. Ладно, это чё? Точно. Будем неожиданная думать, что Клокман отмотал время назад, и его тут еще нет. Короче, ребята, вот такая у нас получилась битва чанков. У нас тут как бы ночь еще. Вот. Если понравилось, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забывайте активировать колокольчик. С вами, как всегда, были мы. Всем до скорой встречи и пока-пока-пока-пока, друзья! Пока, ребята! Пока-пока! Пока, ребята!